Новый дом культуры в поселке имени Цурупы засиял новогодними огнями. Праздничное убранство зазывает внутрь. Ведь фойе тоже красиво и позитивно. Видно, что здесь уже готовы к встрече главных зимних торжеств Нового года и Рождества. Строительство этого учреждения культуры в поселке ждали с нетерпением. Старый клуб сгорел, и раньше у местных ребят не было такого большого выбора кружков и секций, как сейчас. Сегодня в ДК уже работает вокальный кружок, кружок кройки и шитья, студия изобразительного искусства, караоке-клуб, клуб выходного дня. Проходят мастер-классы и викторины. И с Нового года здесь планируется серьезное расширение числа клубных формирований. Планов много, но уже сейчас Дом культуры стал местом притяжения для жителей поселка. Уже, наверное, сейчас он стал вот таким вот очагом, потому что люди приходят, людям уже интересно, что сейчас здесь творится. Люди приходят к нам как на экскурсию, если честно, смотрят, благодарят, смотрят на наши новогодние украшения, как мы украсили. Поэтому уже сейчас вот Дом культуры начинает жить, начал жить. Студия бальных танцев, театральная студия, курсы компьютерной грамотности начнут работу в ближайшее время. В сентябре для детей младшего возраста откроют подготовку к школе. Для нас было это очень важно, да, мы здесь местные жители, мы здесь родились, и мы помним старый клуб, да, мы... Очень рада, что у нас есть такое здание теперь новое. Нам не нужно возить детей никуда. Все здесь, рядом. Мы дошли пешком. Кружки для маленьких детей, да. Взрослые дети могут покататься на хоккейной коробке. Вообще чувство праздника, да. Вы можете видеть, как все здорово украшено, да. Как красочно, ярко. Вообще мы, конечно, очень рады и гордость за наш поселок. Хоккей – главное зимнее развлечение детворы, а покататься в небольшой мороз на фигурных коньках любят все – и взрослые, и ребятня. Рядом с Домом культуры залили удобную хоккейную коробку. Желающих прокатиться с ветерком хоть отбавляй. Чтобы покататься, мы сюда приходим. Мы сегодня катались и играли во всякие игры. Чтобы научиться кататься на коньках. В поселке имени Цурупы проживает более 5000 человек. И, конечно, Дом культуры для них является важным социальным объектом. Он появился благодаря программе губернатора области «Культура Подмосковья». До строительства нового здания работникам культуры приходилось ютиться на 50 квадратных метрах старого общежития. Теперь у них есть двухэтажное здание с новым оборудованием, необходимой мебелью, актовым залом и даже с большим надувным Дедом Морозом, который всем окружающим поднимает настроение. Татьяна Колганова, новости из Искровект.